лисе можно дать меч, и она будет защищать вас от мобов. Залайкайте, чтобы Эдик заметил. Интересный факт. Эд ненавидит подмостки. Константит звучит как название нового блока в Майнкрафте. Слушай, а вот почему я читаю комментарии, а ты нет, а? Можешь мне объяснить, пожалуйста? А кто тебе сказал, что я не читаю комментарии? Я всегда их читаю, ты чё выдумала-то такое? Давай, иди, не отвлекайся, самое главное. Иди дальше и читай, давай. Хорошо, следующее видео. Бесконечная ферма бесконечных ферм. И что дальше? А вот самый главный это комментарий. Ты не прочитал, потому что если бы ты его прочитал, ты бы уже давно это сделал. Я все комментарии читаю. Ты просто с чего это взяла? Иди давай, читай вот этот самый главный комментарий. А не отвлекайся. Ты уверен, чтобы я его прочитала, да? Ты хочешь, чтобы я его прочитала? Читай. Интересный факт. Эд забыл повесить... Вы задрались с этими интересными фактами, а можно без интересных фактов? Вот просто сказать, Эд что-то это, без этой приставки интересный факт в начале, я тебя прошу. Хорошо, читаю без приставки интересный факт. Давай. Эд забыл повесить 9-й лимон на дерево. Ну вот да, ну вот тут согласен, кстати, реально, мы надо уже было пару дней назад повесить, как примерно дней 5 назад. Вот здесь согласен, но это нифига не интересный факт, это не интересный факт, но лимоны повесить надо, кстати, а у тебя, лимон, у меня нет лимона, у тебя есть лимон? Конечно, у меня есть лимон, давай бегом за мной, у меня есть для него специальное секретное место. Я еще давно все подготовила, спрятала, потому что этот момент мог настать в любой, в общем, в любую секунду, в любое время. Поэтому берем мою кирочку. Так, кажется, вот этот блок. Ага. А вот и сундучок. Давай, забирай. Забирай скорей. А что за сундук-то такой у нас в доме спрятанный? Почему? О, лимон! А почему я первый раз-то его вообще вижу? Так, давай без лишних слов, без лишних вообще вопросов. Это мой секретный сундук, чтобы как раз-таки прятала туда лимоны. Пойдем быстрее. Так, ладно, давай, пойдем. Это что получается? Это 9-й получается, да? 9-й лимон, господи. Так, подожди, подмостки у меня здесь есть? Подмостки ты ненавидишь сейчас... подмостки. Да, а, да, вот это тоже, вот интересный факт. Вот это интересный факт. Так, давай вот сюда, а куда, как их поставить? Вот как-то, давай. Да, вот туда, наверх надо, вон туда. Вот так, поставим, все, сейчас, подожди, сейчас заберусь. Вот так, главное не упасть с этих подмостков. И вот куда-то вот сюда, что ли? Вот так вот, да? Отлично, ну, просто круто. Вот, а потом, если вдруг когда-то будет 10-й прям на самую верхушку поставим. А ты, кстати, понимаешь, что там, где 9 лимонов, там и 10-й недалеко. Ты, кстати, помнишь, что ты подписчикам обещал? Чё я подписчикам обещал? Ну, будет 10-й миллион скоро. Ну, если все лениться не будут, если подпишутся, там 10-й лимон уже не за горами, а там и бриллиантовая кнопка, там и вот это все остальное, не? Кстати, точно, тебе же новая кнопочка придет. А дашь посмотреть, а? Дашь посмотреть, пожалуйста. Когда вернусь к тебе в Новосибирск, тогда и дам посмотреть. Она бриллиантовая. Так, тихо, ты пока не обольщайся. Это тебе бриллиантовая кнопка-то придет. А ты помнишь, что ты подписчикам-то обещал? Там есть цифра 3, есть буква Z. Да нет, не помню, фигня какая-то. Какая цифра 3? Какая буква Z? Не помню, такого не было, такого никогда. А, так. Ну ладно, тогда тебе потом подписчики-то память прочистят, все вспомнишь. Да, когда 10 миллионов стукнешь, вспомнишь. Да, когда 10 миллионов стукнет, там и посмотрим. Нифига, никаких блоков нет, ничего у нас здесь нет, ступенек нет. Короче, бери белый бетон, бери еловые вот эти доски, если вдруг где-то найдешь. И потом встречаемся с тобой в деревне, хорошо? Вот сразу лети туда. Мы опять что ли что-то строить? Конечно что-то строить, а ты что думала? Когда это все закончится? И разворот, поворот. И приземляемся возле портала. Так, я прям в портал, смотри. Я прям через портал пролетела. А ты чё думала-то, что мы здесь портал в этой деревне, что ли, строить не будем, а?
Так, подожди, ты хочешь сказать, что мы и здесь будем такой же меч Константинита строить? Не меч, зачем повторять одну и ту же постройку? Конечно, не меч, но если мы с тобой взялись доделать нормальное адское метро, это получается, надо его до конца сделать, чтобы оно красивее у нас было и в нашей деревне, и здесь, в этой деревне. Поэтому, Катюха, лопату в руку бери, у тебя лопата вроде будет получше, чем у меня, и ломай вот эту всю земельку, которая под порталом находится, давай! Так, получается, если мы будем строить не меч, это ножик, что ли, будем строить? Или ножницы? Давай ножницы. Ты бетон взяла? Бетон взяла, белый. Все, хорошо. Ломай траву, а потом я тебе все покажу. А что мы будем строить? Траву сломай, потом все покажу! Ломаю! Хоть бы ножницы. Так, территория у нас расчищена, больше вроде ничего копать не нужно. Портал тоже немножко мы увеличили на один сторону и на один высоту, потому что нам нужны именно вот такие вот размеры. А сейчас, Катюха... Ой, а сейчас в сторону отойди, потому что сейчас мы с тобой будем заниматься этим самым, вот этим самым, твоим любимым занятием. Карачист? Карачист? Скажи, что это карачист, карачист. Карачист, да, именно вот этим мы сейчас и будем заниматься. Короче, давай, я тогда выстраиваю все, что здесь нам нужно, а ты топор бери и начинай все это чистить, хорошо? Так, погоди, ты мне, во-первых, топор дай, потому что у меня своего нет, а во-вторых, что ты будешь строить? Или опять будешь все в секрете держать до конца? А когда ты себе уже свой, наконец-то, топор сделаешь, а? Ой, не знаю, я не умею его делать, все, давай свой быстрей. Топор на... Вот так вот, и начинай чистить. А что я буду делать? Да, просто обычный красивый домик, который хорошо впишется в нашу деревню. Все, начинай чистить. И подожди. Перед этим бетон не выкинь, который ты взяла. Вот. На, держи бетон, а я пошла. Карачист. Давай. Чпуньк. И сюда. Чпуньк. Чпуньк. Чпуньк — это наркоман Петрович такой. Чпуньк — это звук такой в природе есть, понял? Чпуньк. А, ну ладно. С одной стороны закрываем это все белым бетоном и то же самое делаем с другой стороны. Три блока булыжника вот здесь, а потом все это обводим по периметру вот так вот. И сейчас на вот этот булыжник, и надо всю эту стенку сделать в три блока высоту. Вот так вот. Давай, начинай. Так, если мои математические расчеты верны, то это нужно поставить здесь, здесь и здесь. Все? Да. И вот сейчас вот это все по кругу также делай. А я пойду дальше карачистить, потому что здесь еще вот это все надо застроить также бревном. Поэтому топор мне мой отдай, пожалуйста. Топор. Чпуньк. Не чпуньк, ты должен говорить тульц. Так ты же говорила чпуньк только что. Чпуньк — это мой звук природный, а твой тульц. Попробуй. Тульц. Да? Тульц. Нет, чпуньк лучше звучит. Нет, у тебя тульц. А, ладно, у тебя лучше звук природы, чем у меня. А вот сейчас по кругу здесь надо построить вот так вот все ступеньки. А ты доставай каменные кирпичи, которые я просил тебя взять, и вот этот как правильно? Я не знаю, о чем ты говоришь, ты меня ни о чем не просил. Ты просил только бетон взять. Замшеловый булыжник бери и начинай здесь все строить. Я тебе сейчас скажу, что. Я очень рада за твой замшеловый булыжник, но у меня его с собой нету. Ну, значит, сгоняй домой, быстро кабанчиками возьми. Да ёпрысы, ты его чё сразу-то нельзя было сказать? Так у нас портал и адское метро, зачем есть и зачем полетела, если через него можно добраться, Кать? А почему тогда мы сначала в деревню летели, а не через метро пришли? А вот это хороший вопрос, ладно. Ты мне... Ну да, я хотел записать. Иди кокни его, Кать. Я на свинье сижу, я не могу. Ладно, я тебя тогда кокни. Ты смотри, какой хитрый. Так еще не горит потом из-за этого, потому что в кольчужной броне вот это ходит. Эта Катюха называется текстура. Вот, смотри, сейчас намного круче все это выглядит.
И ты хочешь сказать, что ради этой текстуры я летела домой, а потом возвращалась обратно? Ну зато красиво получилось! Вот так! А вот сейчас уже мы с тобой начнем строить крышу. Где-то вот здесь. Раз, два, три блока отступаем. И потом раз, два и три. Вот так. Все понятно? А ты вообще уверен, что это дом получается? Пока что вообще не похоже. Ну, портальный домик у нас будет, да, но только дай ему время, он еще... Ты ненавидишь эти самые подмостки? Да! Так, там есть, и здесь есть, и сейчас надо уже делать вот так вот. У нас, Катюха, с тобой будет офигеть какая высокая крыша. Подожди, вот так, потом вот сюда и вот сюда. Потом так, так, и потом еще сверху вот так. А флажочек сверху какой-нибудь? Это все-таки метро. Флажочек не нужен. Так, смертельный номер! Лови! Ну, в принципе, так тоже можно было. Ну, я хотел прыгнуть, нажать на правую кнопку и сесть на нее в воздухе, но что-то не получилось. Ладно. Ну вот. Ну, согласись, то, что сейчас это уже намного больше похоже на дом. Так, ну это получается какой-то опять китайско-японский стиль, но в целом да, уже похоже. Так, а сейчас нам с тобой надо вот это достроить до конца вот эту вот крышу, поэтому дай мне, пожалуйста, призмарин, который я просил тебя перенести, и мы начнем его ставить вот здесь, и призмариновые ступеньки, и призмариновые плиты тоже мне дай. Какой еще такой призмарин и призмариновые ступеньки, а? Который я тебя просил принести мне сюда. Даже подписчики не дадут соврать, ты меня не просил ничего приносить. Вот иди сам лети за своим призмарином, понял? Ну значит опять забыл, значит бери фейерверки или заходи в портал и притащи мне призмарин. Вот сейчас я пойду через метро. Все, пока. Но главное не кокнись там! А ты уверен, что у меня получится? Я что-то сомневаюсь немножко, но давай, может, все-таки ты, а? Так, ладно, ступеньки построить, это же фигня, вот так? Выше, на один выше, топор, возьми топор, а не кирку, топор! Топор тебе вернула, убери! На, топор, давай, ломай и выше строй! Так, вот это забери, этот топор мне отдай, а где топор? А, вот топор, все так, тихо, убираем, спокойно, я просто строю ступеньки. Так, ступеньки кладем обратно сюда, и погнали, выше уровень, выше, Катя, выше! Вот. Ага, молодец. Сейчас на уровень ниже, чтобы ступеньки спускались. Вот так. Вот, молодец. Да. А сейчас еще на один уровень ниже, давай. Так, подожди, у меня все получается. Я сейчас скоро себе новую профессию приобрету. Катюшка, ступенька, строй. А вы уже тут, как тут. Только ночь начинается, вы уже все появляетесь. Строй давай, пока они сюда не пришли, давай. Так, я уже почти закончила. Спасибо. А вот это случайно. Так, все, возвращайся, строй ступеньки, давай дальше. Опа, вот сюда. И потом спускаем вот сюда, вот так вот вниз. И ставим еще раз вот эту вот булыжниковую ограду. И вот это же самое надо сделать со всех сторон. Поэтому держи половину и повторяй, Катюха, самое главное за мной. Вот так вот. Справишься с этим? Да, конечно, я справлюсь. Что здесь трудного-то? Берем булыжниковую ограду, вот сюда вроде ее так, оп. А теперь еловый забор. И продолжаем вот так вниз, чпуньк, чпуньк. И последнюю, вот так, все. Ну вот, теперь это отличный, красивый домик. Правда, ну, в китайском стиле, но ты не обижайся. Получилось очень круто, мне прям нравится. Да почему я обижаться должен? Ну, только не китайский, а японский. Но да, выглядит прям симпатично. Но ты так самое, у меня тут идейка появилась. Давай это все построим под низом. Ну, то есть то же самое, мы сейчас это снесем, откопаем большую-большую... Ну, метро же, оно же подземное, ну, как бы оно должно быть внизу. Поэтому мы сейчас это все уберем, внизу построим, сверху закопаем и сделаем такой небольшой вход, и будет... Ну, короче, это круто, давай. А сейчас медленнее, чтобы я понял с первого раза. Мы это все сносим и то же самое строим под землей. Это как? Ну, я говорю, метро это под землей находится, да? Метро. Господи. Там. А давай вот свои вот эти идеи, которые у тебя в голове, при себе оставишь, хорошо? Нет, у меня еще одна идея есть. Устроить все-таки нормальные, настоящие перегонки.
А-а-а, я через метро, а ты через фейерверки? Да, просто в прошлый раз у тебя что-то вообще ничего не получилось, но в этот раз так получится наконец-то. Вот это хорошая идея, вот это хорошая. Ну тогда давай, я тебя сейчас взрючу, на раз, два, три я уже дома окажусь. Так, все, давай, мне нужно выбрать дистанцию, чтобы взлететь, и давай, отсчитывай. Ну давай, давай, готова? Готова? Давай тогда, раз, два, и... Да тебя вообще не смутило то, что у тебя из портала житель вылез? Трис! Всё! Я уже тут! Газ! Не стреляй! Только он стреляет! Он уже стреляет! Тут еще один житель! Поехали! Там еще житель! Надо как-то обезопасить, чтобы жители в этот портал не заходили! А тут скелет вообще! Я опять в блоке застрял! Да что ж ты там будешь делать? Газ! Опять радикулит схватил! Все, вылез! Все, я тут! Давай! Быстрее! Так, я первый! Ты! И финиш! И чё? И кто первый, а кто последний? Ну, признаю, ты первый. У тебя как все прошло? Все нормально в этот раз было? Радикулит, сколиоз, все то же самое, как в предыдущий раз, только я выбрался в этот раз, да. И Гаст меня стрелял еще, и житель в портале застрял. Надо с этим что-то будет сделать. А так, вот портал меч Константинопольского хорошо справляется. Но еще надо лифт там какой-то будет построить, вот, допустим, водяной, а то ты на вот этой лестнице очень долго туда забираешься. А так все хорошо. Это, конечно, все хорошо, но давай меч Константина по-другому назовем. Мне не нравится это название. Все-таки как бы у него уже бар свой есть. Не жирно ли ему будет, а еще и меч в честь него. Давай назовем его меч Екатерины. А давай он останется как меч Константина, так он ими останется, хорошо? Я тебя поняла, хорошо.